Вот пришел, тебя нашел где? В музее бывшего православного детского лагеря Становище священномученика Климента Анкирского, казненного в 312 году. Теперь музей – комплекс заповедных лагерей. Мы ничего не трогаем, все оставляем. Тут есть гнездо какое, крест. Заколотить, чтобы туда снегу меньше наносило. Что, все закончил? Ну, почти все. Виноград еще остался. У меня предложение здесь. Вот какая ртутная огромная лампа светила. И говорили, свету нету. Ну, разные, как говорил Сергей Георгиевич Козлов, парализованный, брехуны. Брехуны все везде. Ненависть отнимает разум, злоба. Тут отключено свет-то? Конечно. Конечно, все. Я что подумал-то? Вот большая береза, она красивая очень. Ага. У нас там есть жерсть. Сделать крест и восстановить. Этот крест-то не видать ниоткуда. Выше этих. Как у нас раньше делали так, на тополях тут, на березах. У вас работы-то хватает. Зачем? А? Сейчас хотите устанавливать? Ну, сегодня сделать. У меня намерение такое. Вот сейчас ехала мимо пруда. Первый, в деревне, который ты. Там ужасно засорено, сучки падают. Взять столбов всем подвести. Там есть где. Коровы идут так, это преградить. Игнатий Иванович, у нас работы хватает. Ну да, хватает. Надо собираться, а мы сейчас будем отвлекаться на другие работы. Ну, это у нас время-то еще есть. А это какое время есть? Я там могу один копаться. Главное отвезти туда. Поднять, щищу разную убирать с дна. Жердочки привезти. Привезти проволоки. Это по моим силам. А ты будешь там, где готовиться. Я думаю, так пойдет. Вот так. Консервация на зиму. Еще вода попадет и нет. У нас бывает зимой приезжают люди, ну если не засыпано снегом, показать что и как. Вот здесь мы находились. Лагерю было 45 лет, когда пришлось его ликвидировать. Везде лестницы. Это у детей память. Везде колокола висят, большая рында. Кислородный бак. Толстым слоем листья. Раньше все это выносили, но мы еще ничего не делаем. Все это приостановлено пока. Главное, пошел регистрировать лагерь. Надо через грант губернатора выделить средства. Вот это-то как раз мне и не надо средства. Вот это вы не поняли меня. Я хочу показать, что... И в бедности, для бедных лагерей, бедных, какие гранты? Без помощи государства 45 лет, тысячи детей отдохнули. Не только с разных республик, но с разных стран. Семьями приезжали, из Канады были, из Бразилии тут были у нас, Греции, из Израиля приезжали, гости были. Это вот все площадка, качели. Кровати, все заросло, батут это, держатся маленькие самые и прыгают. Там колеса, тут вокруг было 75 метров, разъезд называется, вестибулярный аппарат работал, чтобы скамейки. Это все воспоминания. Вот это келья называется, 8-10 человек с воспитателем на два этажа. Мы не штукатурим, сейчас ничего не трогаем. Где-то что-то когда-то потребует. Это навозная куча. Здесь вот, где играет, сушит одежду, играет в теннис настольный. Здесь огромная яма была. Ее засыпали навоз. Вот видно, что там возвышение. Бульдозерами сюда рядом. Вот даже сохранились еще стены коровника. Там мы тоже прочистили в этом году. Деревья спилили. Мало ли что будет. Вот все.
Ну-ка вот это посмотрим, что такое тань. Вполне можно было взять. Видишь? Ну, да что возьмешь, ты ничего не возьмешь. Положено место. Дырявое. Тут вот пекарня. Пекарня, две русских печи. Две русских печи рядом. И между под низом голландка обогревается. Так. И все красили. Это полотенца, тут все висели. Это вот столовая, где большие высокие столбушки. Это большие широкие доски были. Вот здесь вот это для посуды, для всего. Это вот один ряд, второй ряд, третий ряд. Пониже это скамейки. Три ряда. А здесь вот даже сохранились столы. Вторая столовая. Вот подгнили, упали тут. Но это ничего не говорит еще, что что-то плохо или что-то. Что за аппаратура тут стоит, посмотреть надо. Я даже не знаю, что это за штукенция такая. Непонятно. Может быть, тут уроки астрономии преподавали. Вот шифер. Такие вот бревна достать. Жерди как было непросто. Покупали, меняли на что-то. Вот оно здесь идет. Проволоку натянули, лбом может застукнуться. Пилить надо. Вот все это накручено. Это бак. 1,5 на 1,5 метра. И метр высоты. Вот считай сколько. 2,5. 1,5, 2,25 кубометра. Вот здесь карасей, гальяна пускали. Дети тут опрокидываются, смотрят. Это шалаши. Это насадка. Насаждены были. Вот 3 кельи подряд, окошечки маленькие. А больше-то и не надо. Ложились засветло и вставали в светло. Тут и освещения-то никакого не надо. Так, придирались. Мучительство. Ни в одной даже дикарской стране бы так не обращались с нами. Как здесь? Преследовали комиссии, разные там требования. Куда у вас эти дети? Вот, тут дети. Что там у них? Кожурки другое. Мы говорим, у нас нет, мы в деревне даем. Сделать надо. Вот здесь вот сделали, яму выкопали, оградили. Ни разу туда еще не сыпали, успокоились. Но другое, что-то найдут причину. Здесь вот было сколько? 6. Козлики весь разрушается все. Скамейки. Здесь вот на 10 рожков. Умывальники. И отдельно умывальники еще были. Ямы огороженные нынче огородили, глину убрали для замазки. То есть и в бедности уметь надо красиво жить. Вот здесь вот поднять жерсть, крест сделать. Ну ладно, ты скоро домой-то приедешь? Сейчас поеду. Я сейчас поеду, там кое-что подготавливать себе буду.